Ну давайте третий раз поаплодируем им. И так же бурно. Ну что сказать, настоящее театральное выступление. Не пожалели, что вернулись с перекура? Отлично все. Действительно, вообще, весь зал трезвый. Ну, что ну, друзья мои, а по просьбе, ну, не по просьбе, мы не можем обойти стороной всех участников. Я выяснил, не фальку, а фалька, оказывается, представляете? It turned out to be falca. And we would like to skip all the those who helped to prepare this before. Так, друзья, сейчас мы поприветствуем всех участников. Основные действующие лица – Влада и Фалька. The main performers – Влада и Фалька. Не менее основные действующие лица – Алгалагния. Others involved. Лорелин и замечательная Кафка. Это те, кто им помогает. Но самое главное, это административный состав этой группы. Режиссер Стивен Спилберг. Автор сценария Льюис Кэрролл. Продюсер Никита Михалков. Вот. Но Оскар за все это получит. Госпожа Пышечка, ваши аплодисменты. Ну что, друзья мои, а мы не заканчиваем. Дальше смотрите, вот лично вот в моем кондуите, я бы так сказал, да? Стоит многоточие. Я вообще, вот связавшись с веревочниками, я очень боюсь многоточие. Они, связавшись с бандажистами, я очень боюсь обозначения многоточия. Вот. Так у меня написано... А вот представьте себе вечер с субботы на воскресенье в загородном доме. Вы идете спать и встречаете его. У вас будет такая же реакция, нет? У вас будет приспал, удачи построить. Нет, внешне может быть такая, но вот в этой области. Если на тебя, то еще и в загородном. Нет, ты просто оказался не в нужное место и не в нужное время. Ну, я говорю, на мать. Не в нужное время, не в нужном месте. Итак, сейчас у нас на сцене произойдет бандаж-сюрприз. So now we have something that you have announced as a bonus surprise in your studio. А то сейчас подумают на тебя, и точно никто не выйдет. Ну, я бы не вышел. Так, но мы сюда ждем нашего главного сюрпризера. So, our surprise man. Где ты, друг? Испанский. Итальянский. Эндрю! Ушел! Эндрю, are you still with us? Готовы? Эндрю Робс, мы ждем его? Аплодисментами, он боится выйти, ну! Андрюха! Это как человека за один день поменял фестиваль, вы посмотрите. Мало того, что он сбрил усы, он сбрил еще все остальное. А нет, Бог миловал, вот он, ваши аплодисменты. Так, ну, давайте мы попробуем угадать, зачем мы его сюда позвали. So let's try to guess why you have Andrea with us. Вязать, отлично. Okay, кого? Tie, that's a good hint. Кого? Такую росомаху. Такую росомаху. Тутай, Саша. Exactly. Хитрый какой, бросил друга на произвол судьбы, а? Еще улыбается при этом. Мы и так с тобой связаны.
Я просил публично об этом не говорить. It was not supposed to go public. Все забыл. Ну, друзья мои, на самом деле, милые дамы, если кто желает